Александр Валерьевич. Второй это с какой? Что ты? Не смешите меня! Ну что вы такое? Что это такое? Это что? Мы тебе вступление сыграли. Знаешь. Ай, давай, пошла нормально. Не дави только на связки. Четвертовать и колесовать. Как мелодию-то неправильно петь-то? Это же вообще криминально. Что делать будем? Пустите на пол. Здравствуйте. Подождешь маленько? Я может, туда пустить? Конечно, конечно. Сажайся. Давайте попробуем. Конечно. Прямо припев. Пси. Всем проигрыш. Ну, понятно, что мы сделали обрезание, мы просто повторили еще раз припев. Все. Ну и не надо больше. Раз мы ну и не надо больше. Ну и не надо больше. Значит, там у тебя...
А-ба-на-на-на-на-на. Что там у тебя с мелодией? Опять нет, не дома, тупая ёжная. Ну-ка. Какую? Перед. Подожди. Ну, пошли к тебе. Я сейчас просто... Я тебя остановлю, сейчас сразу. Нет. Они еще на меня бочку катят, а? А зачем она? Где первая это? Там. Да вот именно там. А здесь? Где она? Нота-то это первая. Твоя. Поем раз, два, три. If you can... было упражнение еще в прошлом году. Мы с тобой, я тебе говорю, подви! На-на! На-на! Вот тебе в песне сейчас. Вот оно. Там губы дуло стоял. Чего пристали ко мне с этим упражнением? Это была не я. Это была не ты. Вот тебе сейчас песня. Где надо это спеть. На-на-на-на-на! Когда я тебе говорила, не сиди на первой. Но ты ж должна ее точно спеть. Спеть-то ее ты должна. Видишь, мурлычет. Да, знакомая песня. Какая-то, не знаю откуда. Татьяна Волкова тебе. Подпевай. Первую нотку точно поем, но вторая-то громче, пошли. If you can... Да что такое, я не знаю. Пускай она остановится на ней, просто поймает ее сначала. Ну вот она. Теперь с движением и на вторую прыгнула. Ну? Одеяло не будет, Александр Валерьевич не будет играть. Это тебе за то, что не кричите на меня. Ты представляешь? Вообще! Бывало ли громко? Нет, просто вы говорили, что у вас со слухом, ну, как бы, слух сниженный. А, да. Слышимость, и вы да. очень громко говорите. Да. Вот, а студенты это воспринимают как крик. Нет, я не имею в виду, что вы кричите всегда. Нет, ну вы кричите всегда, да. Ой, я эмоциональный очень человек. Знаю. Ты давай мне ноту спой. Выкрутилась. Я забыла. Все. Томас. Ну что там у нас с Ифьюканом? Что там у нас? С Ифьюканом. С Ифьюканом. Что там у нас с Ифьюканом? А? Все плохо с ним. Вероника, я... И, ну, и... На улыбке спой. Вон, смотри, как чисто спела. Пошли вместе с одеялом. Раз, два, три, четыре. If you can make your mind up, говорю, не ходи туда, ходи сюда. Вы все туда ходите. Зачем туда ходишь, а? Плотнее дай звук. Это твой диапазон. Си, ля, соль, ноты-то. Зачем? Это не тот случай как раз. У тебя здесь припев. Мы говорили на распевках, что хорошо в среднем, да, в первой октаве умудриться спеть легко, преимущественно смешивая регистры, взять головным регистром, то есть использовать больше головного регистра. Но здесь-то у тебя идет экспрессия, у тебя идет припев. Зачем? Вот она. Ах, вот.
как-то, ну. Спой, как ход вообще весь. Сейчас можешь головным двигать. Просто, чтоб ты спела. У нас союз нерушимый, получается. Союз нерушимый. Я тебе сыграю гордо? Ну да. И в 33 зуба улыбаю. Ну что делать? Что делать? Я по структуре не совсем поняла, вообще не поняла. Давайте поймем. А мы ее будем петь с фонограммой или с фонограммой? Вообще мы хотели с фонограммой. Мы хотели же с фонограммой попеть. Давай на следующем уроке мы попробуем с фонограммой. В плане именно вот подачи она не сложная. Она не сложная. А так нормально, нет? Нет? Не все плохо. Не все плохо. Мне не хватает, понимаешь, мне всегда не хватает вашего легато. Вот не хватает. Вот это знаешь, но это сложнее спеть. Это сложнее спеть. Ритмический рисунок никуда не денется. Вот эти приемы. Я вот освобожусь буквально через 15 минут уже. Буду ваш. Но не везде. Иначе будет. Надоешь. Давайте сейчас освобожусь. Сколько можно? Максимум 2 раза применять. Максимум. Сейчас. Утром, 15 минут еще. Будете, да? 15 минут еще у нас. Мы сейчас станем. Еще вот 15 минут здесь будут заниматься, а потом кабинет свободный будет. 1-2, 1-2. 1-2. Все. Понимаешь, да? То есть мы что делаем? Мы удивляем. А удивляем мы один раз. Но если вдруг кто-то не успел за первым разом удивиться, мы повторяем интересный какой-то прием, да, интересный какой-то второй раз. Но больше мы его повторять уже не можем, иначе все. Так а просто людям неинтересно будет, их нужно все время удивлять.